Народные гуляния развернулись в парке города Артема. Здесь жители и гости города собрались вместе для того, чтобы проводить надоевшую зиму и встретить долгожданную весну. Праздник выдался по-настоящему веселым и массовым. На него пришли сотни взрослых и детей. Хорошее настроение гостям, пришедшим на праздник, дарили творческие коллективы города. На сцене развернулось концертно-игровое театрализованное представление. Нарядные ведущие в народных костюмах водили с гостями хороводы, играли и устраивали спортивные состязания. Для горожан было приготовлено более двух десятков игровых точек со сладкими призами. Сказочные персонажи вовсю развлекали гостей. Ряженые, скоморохи, карабинники с загадками и конкурсами на смекалку. Удивляли и восхищали публику ловко передвигающиеся трехметровые ходулисты. Самое шикарное настроение. Готовы радовать людей. Как вам удалось такие ноги отрастить? Добрый день. Много блинов ели. Для желающих сделать атмосферное фото на память были организованы фотозоны. Также работали палатки с горячими блинами и чаем. Мука и водичка. Рецептик простой. Поставил на печку и блинчик готов. Я в медик сладкий его окуну. Во рту он растает, как ночь поутру. А гости приедут, их угощу. Они меня хвалят, и я не молчу. Рецептик с охоты весь расскажу. Как мама учила, все покажу. Волшебное слово, и блинчик готов. Горячий, румяный, как солнце блестит. Ты ешь быстрее, а то убежит. Но больше всего зрителей собралось вокруг высокого деревянного столба, на вершине которого находились мешки с подарками. Артемовцы с большим азартом пытались покорить масленичный столб и достать заветный приз. А у кого это не получалось, поддерживали смельчаков громкими возгласами и аплодисментами. Завершился праздник зрелищным и ярким сжиганием соломенного чучела масленицы. Вот так весело и шумно артемовцы проводили зиму и радостно встретили красавицу весну. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Светлана Нурик, Даная Михайлова. Городские новости.